томата Андромеда розовая F1 высевают в рассадные горшки в первой половине марта, прямо в грунт посева производя в первой половине апреля. Рассаду томата Андромеда розовая F1 пересаживают в открытую почву в середине мая. Между всходами придерживаются расстояние до 40 см. Место выбирают хорошо освещенное суглинистым грунтом. Урожай готов к сбору уже спустя от 80 до 87 дней после появления первых всходов. Высота кустика до 70 см. Плоды плоскоокруглой формы, кожица гладкая и плотная, имеет розовый оттенок. Масса до 125 граммов, урожай сорта семян томата Андромеда розовая F1 используют в свежем виде и для консервации. Томат обыкновенный Андромеда розовая F1 это травянистые с типом роста, детерминантные. Томат обыкновенный Андромеда розовая F1 имеет ранний срок созревания. Урожайность томата обыкновенного Андромеда розовая F1 составляет 6,5-13 кг. Плоды имеют массу от 90 до 120 грамм. Форма у плода плоско-округлая, цвет плода розовая, мякоть плотная. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт.